Большой привет! Мы находимся в школе московской йоги под руководством Лугова Евгения Борисовича. И сегодня я сдал экзамен по индийским посвящениям. Ура! Получал посвящение в 2016 году от Ачарьи. Отрабатывал все это время. Результаты показали довольно хорошие. Плюс 30, плюс некоторые каналы открывались. И за что, конечно, я вот просто благодарен судьбе, благодарен космосу, вселенной, всем богам за то, что я попал в эту школу, многому научился, большие результаты идут. Очень сейчас мы плодотворно работаем по работе дистанционно с коронавирусными больными, результаты вообще ошеломляющие. И недавно я получил посвящение, образование, в общем, прошел курс по третьей ступени диагностики кармы. И очень были интересные моменты, когда, в принципе, я уже знал, что я был в прошлой жизни в монастыре жил, и девчонка, когда меня диагностировала, забыл, как зовут, вместе учились, надо. И она подтвердила, что действительно я в прошлой жизни был монахом, в тибетском монастыре жил, и, это все подтвердилось. Действительно, это очень мощная практика, диагностика кармы, это нам дает большие возможности в работе дистанционно. Именно сейчас это актуально. И на практике это все подтверждается, когда больные лежат, привозят их с температурой, и мы начинаем их диагностировать, и видно, что можно вытащить человека. Можно вытащить. Мы работаем с ним и вытаскиваем, но у нас был один вчера случай. Обратились ко мне с Харькова, женщина лежала в больнице. Мы с Ольгой, с Челябинска, в паре работаем. Я на себя такую ответственность, сам боюсь такие заключения давать. И еще дублирую. Я говорю, посмотри, пожалуйста, эту женщину. Она сказала, что мы ее взять не сможем, потому что легкие уже все на 100% прожжены. И ей осталось жить один день. И мы отказались от этого случая. Конечно, печально такие события сообщать, но если бы вовремя обратились на стадии начала, когда еще только начиналась температура, то можно было этого такого конца избежать, потому что у нее по судьбе было еще плюс 6 лет. То есть эта женщина еще могла бы жить. Но радует случай, что была женщина одна, не женщина, бабушка 85 лет, 36 года, рождение с Алтайского края, позвонил ее внук, попросил ее, вот только привезли ее с температурой в больницу, подключили к аппарату, мы ее проработали, на другой день температура спала, еще через день от аппарата отключили, еще через день ее выписали. Вот это вот результат. 85 лет. Вот я думаю, ради этого стоит учиться, стоит приезжать, стоит быстро все это осваивать, нарабатывать и применять в практике. Ко всем обращаюсь. Изучайте, получайте посвящение, сканируйте, диагностируйте и работайте. Это актуально сегодня самый результативный метод по борьбе с коронавирусом. А ты у нас народный целитель? Да, кстати, я профессор народной медицины, уже профессор получил. Выступал в Лондоне со своими практиками, там меня высоко оценили, здесь оценили. Как сказал Егоров, его высоко оценили, говорят, в Лондоне, поэтому, чтобы не отставать от них, мы ему даем звание народного, профессора народной медицины. Это было в 2019 году. И сейчас результат показывает, что действительно канал открывается с большой мощностью. За что спасибо.